это тут кино в России назвали, чтобы Запад видел, что нам не нужен викинг, чтобы побеждать наш богатырь. Всегда с копьем в руках есть сила. Матушку не даст в обиду свою Россию, чтобы каждый чуждый видел нашу мощь и свиту, свет софита, силу духа, широту культуры. Наша страна, года как первого Петра, скульптура. Пока на Западе в кадре красивой жизни актуально жертвы насилия, нестойких морали, спокойное сердце России, где правда в кадре есть всегда. Накрутим диафрагму, резкость повышается, кинематограф снова распускает паруса. Тема актуальная, чтобы идти по миру, не надо нам сценария, ведь кино родное будет в рамках фокуса. Картины, ты сам себе режиссер, готов трилогию снять, пока с пеленок растешь. С тобой твои отец и мать, за кулис видно все. Можно поправить даже текст, но не исправить никак историю прошедших лет, пока культура растет. Нужно оставить за год след, чтобы после потомка портрет не был презрет, культурно ослеп, как Батиста поразить просторы океана, как скала. Все скалы, так и кино не оставит равных рядом с собой, не даст ни балла. Парень, забудь про Запад, их жизнь осадна на их болотных пятна. Открою карты, моя страна как латы, честна, духом богата, и все равно, что думает этот мир вокруг. Моя страна, мое кино, мой сольный звук. Спасибо вам за внимание.